Друзья, а что мы так вяленько подписываемся на рассылку из 10 редких фокусов? Я, понимаешь, старался, собирал их по всему миру, а они не хотят. Давайте-ка прямо сейчас поставим данное видео на паузу, найдем нужную ссылочку в описании и подпишемся. Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео я хочу показать вам один очень такой старый карточный трюк. А когда я начинал увлекаться фокусами, это была середина 90-х годов, вот этот вот фокус знал почти каждый ребенок. И вот этот фокус из 90-х, скажем так, я сейчас и хочу вам показать. Итак, для этого фокуса, значит, я развожу вот так вот карты в три стопочки. Вот смотри, запомни любую карту и скажи, в какой она стопке находится. В первой. В этой? Да. Повторим процедуру. В какой она сейчас, эта карта? В какой стопке? В третьей. Вот здесь. Угу. Снова повторим процедуру. Сейчас в какой стопке? Первый. Вот здесь? Да. Итак, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Какая карта была твоя? Назови. Пять буби. Вот такой вот трюк.